времени суток. Меня зовут Юрий, и я приветствую вас на своем канале «Лезвие бритвы». Очередной день, очередное бритье. И по традиции, не откладывая долгий ящик, я предлагаю вам перейти вместе со мной на более крупный план и посмотреть, познакомиться с сегодняшними участниками моего бритья. Итак, позвольте мне познакомить сегодня вас с моими участниками. И, как вы понимаете, судя по картинке, у меня сегодня вторая серия станков Разорок Лупа. Но в данном конкретном случае сегодня у меня стальная его версия. Как вы видите, станок ничем не отличается от его алюминиевого собрата, только весом. Вес станка 96 грамм. Станок будет работать сегодня точно так же с персоной, красной персоной Израиль. И почему я взял сегодня именно эту персону? Потому что, как вы понимаете, для более чистого эксперимента нам нужно понять, имеет ли этот станок что-то схожее по бритью с его алюминиевым собратом. Если да, то насколько? Если нет, то кто лучше бреет, как лучше бреет и почему? Именно для этого я взял сегодня точно такое же лезвие, которое я использовал в предыдущем бритье. Лезвие в этом станке становится всегда идеально, как вы видите. Прекрасный вылет лезвия, ничем не омрачающий картинки. Итак, Разорок Лупа. Нержавеющая его версия. Кстати, производитель делает он станок на станках с числовым программным управлением и заявляет, что важно, что бритвы были изготовлены с высокими допусками, а не так, как делают многие из конкурентов Разорок, используя низшие процессы литья для производства своих бритв. Но, несмотря ни на что, сегодня мы будем бриться Разорок Лупа, нержавеющая его версия. Связки с красной израильской персоной Platinum. Сегодня мы также повторим косметику, которая была у нас на предыдущем бритье, а именно Old Spice. Единственное отличие будет в том, что в прошлый раз это был Original, а в этот раз вы видите, что это Fresh Lime. Как крем, так и сам лосьон после бритья. Лосьон после бритья у меня 50 миллиграммовая бутылочка. Посмотрите, какой большой здесь дозатор. Поверьте мне, с него льется как из ведра. Этим мне не очень нравится данная упаковка. Туба точно так же пластиковая. Такая же маленькая 30-граммовая. Как она поведет себя сегодня при взбивании пены, посмотрим немного позже. Взбивать мы сегодня будем по мазкам Омега 10098. Это один из самых любимых мною помазков. Кабани Ворс 27 миллиметров. Длина почти 15, чуть меньше 15 сантиметров. Помазок имеет барберскую пластиковую ручку, но очень-очень удобную для взбивания пены. Помазок, как вы видите, мной разработан уже от неоднократного применения. Ворс имеет уже мягкий, хоть и упругий, не колкий абсолютно. И я не могу нарадоваться этому замечательному помазку. Сбивать же мы сегодня будем в чаше от Q-Shave. Даже не чаша, а скатл. Как вы видите, сюда можно залить горячей воды. И пена будет всегда теплая. Я не знаю, буду ли я сегодня заливать сюда горячую воду. У меня в моей стране всегда тепло. И я пользуюсь таким методом только в самые холодные зимние вечера. Но, тем не менее, чаша имеет право на жизнь. Даже просто без горячей воды. Имеет неплохую насечку внутри, помогающую взбивать пену. Единственный минус для меня
это все тот же, как и у чаши Fine. Она недостаточно глубокая для меня. То есть, в принципе, она глубокая, но само это место, сам размер ее внутри, видите, он недостаточно большой. И поэтому чаша может грешить точно таким же неприятным моментом, как уход пены за края чаши. Но посмотрим, как оно будет сегодня. Я же предлагаю вам переместиться опять в ванную комнату вместе со мной для дальнейшего обзора моего бритья. Вы познакомились с участниками бритья. И я предлагаю начать с процедуры увлажнения лица. Сегодня за размягчение щетины отвечает масло для бороды. Кстати, в отличие от масла Пришеева «Синяя борода», этот, можно сказать, Пришеев, является гидрофильным и прекрасно смывается обычной холодной водой. Единственное, что мне не очень нравится его запах. Я как-то сравнивал его со старым пыльным картоном. И, наверное, все-таки так оно есть. Такой малоприятный запах. Не парфюмерный. Я предлагаю, пока моя щетина напитывается влагой, увлажняется, размягчается, перейти на второй общий план, вернее, на второй крупный план, и посмотреть, как я собью сегодня пену из крема Food Spice Fresh Line. Итак, я начинаю взбивать пену. Для этого по старой схеме я беру и замачиваю помазок. Набрали воды, специальный стаканчик. Прошло примерно 5 минут, и я считаю, что помазок достаточно впитал влаги для того, чтобы мы сегодня взбили, я надеюсь, комфортную для нас пену. Old Spice Fresh Lime. Вы знаете, я не люблю экономить. Пусть будет столько, мне не жалко. И начинаем процедуру взбивания. Хоть у меня сегодня, как вы заметили, и спатул, внутри горячей воды я не добавляю. В моей стране уже давно господствует лето. Я, находясь в ванной комнате, не могу включить мозган, потому что все равно толку от этого будет мало. И для этого мне горячая пена не нужна. У меня и так вполне тепло в ванной комнате. Как вы видите, пена почти сразу взрывается. Я считаю, нужно добавить немножко воды, и не для объема, а для того, чтобы она была не настолько суховата. Но я представляю, как эта вода сейчас поможет мне увеличить объем пены. Вы видите, что творится. Пена, в принципе, готова. Она еще крупнопузырчатая, поэтому мы повзбиваем ее еще, чтобы при бритье нам было вполне комфортно бриться. Это я погорячился, взяв в руки мыло. Брать только помазку. Смотрите, что творится. Помазок весь в пене. Да и вообще, Омега-10098 является универсальным помазком. Он хоть и кушает мыло, но как-то кушает так, что и не жадничает для других. То есть, посмотрите, я, конечно,
переборщил с пеной, с кремом надо было ровно в половину меньше. У меня, посмотрите, что получается. Как у того барбера. Знаете, как барбер разбивает пену? Видели когда-нибудь? Они абсолютно не заморачиваются на то, что у них там что-то где-то из чаши вылазит. Они именно так и работают. Им главная консистенция. А консистенция, как вы видите здесь, она просто бомбическая. Посмотрите сами, посмотрите на этот помазок. Посмотрите, можно так взять, можно и так. Пена взбита. Прекрасная консистенция, прекрасная на вид. Я считаю, этого вполне достаточно для моего комфортного бритья сегодня. И я практически уверен, сегодня точно, что этого достаточно будет и для моих соседей. Можно смело бросать клич. Жалко, правда, что сейчас ночь, но клич можно было бросить. А у соседей приходите, заходите, обреем. Ну, а так как ничего нам не чуждо, а коммерция тем более, то брить будем за бабки. Итак, пена готова. И я предлагаю вам переместиться на более общий план для моего обзора сегодняшнего бритья. Вы посмотрели, как я сегодня сбил пену. Мне кажется, она получилась у меня сегодня чудесная, идеальная. И я хочу немного снять остатки пришива и приступаю к нанесению пены. Пена. Мне кажется, надо сегодняшней пене дать немного. Было больше взбиваний. Мне кажется, на сегодня у меня немного завоздушенная. Или это только первое впечатление. Не могу вам сказать. Давайте посмотрим, как она себя поведет. Когда я начну сбривать первым проходом свою двухдневную щетину. Я думаю, наносить больше не имеет никакого смысла. И я начинаю лупа, нержавеющая его версия. Лезвие, красная персона, Израиль. Хоть станок и тяжелее, ну, во сколько, в 3 раза, чем алюминиевая его версия, он тоже является довольно мягким станком. Но здесь ты уже чувствуешь работу станка за счет того, что ты чувствуешь его вес. Конечно, главным условием комфортного бритья до сих пор является то, что давить на станок не стоит.
А так как он еще и не алюминиевый, а из нержавеющей стали, то это и не нужно делать. Он прекрасно бреет и под своим весом. Первый проход я закончил. И приступаем ко второму проходу. Хоть помазок у меня и полный, я всегда люблю лишний раз разбивать пену в чаше. Вообще мне очень нравится это занятие. Почему я, в принципе, никогда, если вы запомните, заметили, и не сбиваю пену на лице. Я не получаю удовольствия, когда сильно долго вожу по лицу, по мазкову. Мне процесс сбивания пены в чаше напоминает процесс игры буддиста, его чаши и какой-то железяки. Знаете, там очень напоминает толокушку такую, и вот он будет ей по краю чаши и издает такой звук. Вот и я точно так же вожу, звук не издаю, но медитирую нисколько не хуже. Я думаю, пена замечательная, ее полно. А я сажу позади меня, начинаю второй проход против роста щетины. Вы знаете, не знаю почему, за счет чего, но сегодня у крема немного лучше по скольжению, чем было это в прошлый раз. Или мне это просто кажется. Интересный случай произошел со мной, когда я покупал этот станок. А дело было так. Я находился на очередной своей ночной смене. И, следя за процессом изготовления лекарств, у меня довольно часто появляется несколько свободных минут. И чтобы как-то убить время, я сидел в интернете и мониторил один из своих любимых форумов по влажному классическому бритью, а именно Baby Shave. И именно тему о станке Лупа. И народ описывал его свойства и также сетовали на судьбу, что купить металлическую, ну не металлическую, а нержавеющую версию станка практически невозможно. Как только они появляются, их тут же раскупают. И я узнал об этой непростой ситуации
Потому что сам тоже неоднократно заходил и видел, что станка нету в продаже, он раскуплен. Конечно, я, как многие, оставлял свой мейл, чтобы они перед распродажей написали мне, и чтобы я мог поучаствовать в этом соревновании, но, как ни странно, никто мне не писал. И все распродажи, а их было на моей памяти 2 штуки, я благополучно пропустил. В общем, я читал, и точно так же, как и все остальные, расстраивался из-за того, что нет возможности купить этот станок. Его постоянно раскупают. Я закончил 2-й проход против роста щетины и, не откладывая в долгий ящик, начинаю подгрифки. Так вот, читая форму и сетую вместе со всеми остальными, я увидел в одном из сообщений ссылку на магазин Барбершоп, их фирменный магазин, где, в принципе, и продавались вся продукция Разрок. И не просто ссылку на магазин, а именно на страничку нержавеющей версии луба. Я нажал чисто автоматически, даже не рассчитывая ни на что. Просто нажал. И я вижу, там есть добавление в корзину. Хотя до этого всегда было написано, что товар отсутствует. Недолго думаю, не сомневаясь ни минуты, может быть, это ошибка, может, его нету. Я просто быстро нажал, находясь на работе. И начал оформлять. В моем рабочем компьютере под моим никнеймом есть возможность оплаты PayPal. И я в течение, я не знаю, 2-3 минут оплатил станок. Каково же было мое удивление на следующий день, когда я получил письмо, что станок выехал к вам. Меня даже не расстроило то, что по большому счету у магазина довольно-таки конская цена за доставку. Станок стоил 90 и что-то около 30 долларов обошлась сама доставка. Как вы понимаете, станок обошелся 120 долларов. Но меня это абсолютно не расстроило. Я наконец-то понял, что я буду гордым обладателем нержавеющего лупа. До этого у меня уже был алюминиевая его версия, потому что она есть под свободной продаже. И так как она мне очень понравилась, я как фанат, как коллекционер загорелся получить именно нержавеющую версию. Да, и что-то в течение 2 недель, даже чуть меньше, я получил свой станок. И что я могу вам на это сказать? Я до сих пор нисколько не жалею. О том, что купил его. Станок. Замечательно. И при этом даже, наверное, на всех 200 долларов по комфорту и выбриванию.
я закончу свои бритья на сегодня. Дайте мне пару минут, я умоюсь и вернусь к уже классическому нанесению автошейва и подведению итога. Итак, я умылся. И перед тем, как перейти к автошейву, я пройдусь алунитиком. Тем более, что пару небольших коцок у меня на шее все-таки образовались сегодня. Но они настолько незначительные, что обращать на них внимание не стоит. Легкое пощипывание от алунита, но совсем легкое. То есть это говорит о том, что бритье мое было сегодня абсолютно нетравматично. Я же предлагаю смыть быстро алунит, достаточно несколько секунд, 15 или 20, и этого достаточно, чтобы алунит немного сработал на моей коже. Итак, Old Spice Fresh Lime из бутылки. Он пахнет как старый добрый Old Spice. Повторяю, дозатора как не было у этих флакончиков, так и нет. Я не знаю, сколько в нем спирта. И если производитель даже и написал здесь, то это написал таким мелким почерком, что я не вижу. Но я могу сказать, что спирт практически не щипал сегодня мое лицо. И я могу сказать, что выбрился мягко, гладко, супер выбрился. И хочу начать подводить итоги. Вы помните, сколько я выдавил крема? Выдавил хорошо. Посмотрите, что у меня осталось. Это даже передать невозможно. Пены, ну просто полная чаша пены. Конечно, я погорячился. Ее много. Она немного завоздушена, но прошло, друзья мои, примерно 20-25 минут с момента, как я ее сбил. И небольшое завоздушение, небольшие погрешности в пене вполне допустимы. Кто бреется больше 25 минут? Наверное, никто. Разве что обзорщики, которые мерят своим языком, ну, как я имею в виду, и все никак не могут остановиться. Из-за этого и растет время самого обзора. Значит, будем делать это немножко быстрее. Значит, крем дешевый, дает неплохую пену, хорошее поскольжение, практически отсутствует запах. В этой версии точно так же. Он практически отсутствует. Лайма я не услышал вообще нигде. По скольжению мне сегодня понравилось больше, наверное, из-за того, что я немного больше добавил воды. Крем, если попадется вам на глаза, вы можете смело его покупать. Неплохой крем за вполне небольшие деньги. Old Spice, Fresh Lime, сразу же и лосьоне. Он, конечно, отличается по запаху. Это больше, конечно, цитрусовые, они тут явно ощущаются, но на этом заканчиваются все отличия. Скорее всего, это сделано из одной бочки, просто разные оттушки налиты. Все так же замечательно не липнет. Все так же кожа гладкая-гладкая. Я очень доволен. Единственный минус у этого пузырька — это его полное отсутствие дозатора. Вылить практически этого малыша 50 мл можно, я не знаю, за три раза, такое ощущение. Три раза делаешь, и все, его нету. Или переливать его надо куда-то с смыскивателем, либо что-то с этим делать. Здесь это очень неудобно.
наливает себе в ладонь перед нанесением лосьона. И закончить я хочу версией, нержавеющей версией станка лупа, разрок лупа. Я сегодня не хочу сравнивать эти два станка, алюминиевый и нержавеющий. Почему? Потому что следующее, третье бритье по разрок лупа, я хочу устроить батл между ними. Одну щеку поврить алюминиевую, вторую нержавеющую. Именно поэтому я хочу сегодня рассказать только об этом станке. Мое мнение, мои ощущения. Прекрасная выбритость, замечательная выбритость. Гладко, нетравматично, мягко. Станок информативен. Ты чувствуешь каждое его движение, но это не агрессия, а именно мягкость. Но ты чувствуешь, как ты бреешь. Лезвие в этом станке, именно эти лезвия красные, сработали замечательно. Не было никаких залипаний. Вот вы видите тут, но была небольшая коцка, но она действительно совсем небольшая и не доставляет никаких проблем мне. И, скорее всего, это было из-за моей криворукости. Где-то я дернул руку и все. И, скорее всего, поставил эту коцку. Еще раз повторяю. Станок побрил мягко. Станок побрил замечательно. Да, он дорогой. $120 с доставкой. Не каждый человек может себе позволить. Я это прекрасно понимаю. Но если где-то на каких-то барахолках вы увидите этот станок за более дешевую цену, я рекомендую вам его купить, не раздумывая, потому что это прекрасный станок в коллекцию, как в коллекцию, так и прекрасный станок единичный для комфортного бритья. Он отвечает за каждый потраченный рубль и, поверьте мне, доставит массу удовольствий любому хозяину, который будет им бриться. Я же хочу закончить сегодняшний обзор. Он был комфортен, он был приятен. Я не испытал никаких отрицательных эмоций, за что я благодарен всем участникам сегодняшнего моего бритья. Я хочу пожелать всем, кто меня смотрит, счастья, здоровья, наслаждений побольше. Я прошу вас, смотрите мои видео, мои обзоры, подписывайтесь на меня, ставьте мне дизлайки, ставьте мне лайки, участвуйте в жизни моего канала. Мне это приятно, мне это нравится, и я благодарен вам за это. Нас уже 107 подписчиков, за что я действительно от чистого сердца вам благодарен. И на этой оптимистичной ноте я хочу попрощаться с вами. До новых встреч, друзья. До свидания.